Ребята, всем привет! Хочу рассказать, что на частных консультациях, которые вы можете у меня заказать, все есть в описании, я помогаю открыть мини-кошелек с картой и счетом в испанском банке. Вот. Если кому будет интересно, обращайтесь. Ну вот, это значительно дешевле, чем открывать в каких-то серьезных банках. Но там нельзя держать серьезные суммы, но я думаю, что вам это будет все равно интересно, потому что иметь хотя бы какой-то минимальный счет в Испании, приехав, допустим, по визе, все равно приятнее. Так что такие дела. Если вам это интересно, то пишите. Дальше все подскажу. Ребята, у нас весна. Идет полным ходом, все очень красиво. Надеюсь, вам интересно на нашем канале. Я вам на выходных покажу пару классных видосов, я думаю, вам очень понравится. Вот. Они, хотя, конечно, уже им по полтора года, но это будет просто интересно. Всем на связи, всем пока.